Хотел бы вам порекомендовать PvP-сервер Ark Safari. Стабильный хост, защита от DDoS-атак, отзывчивая администрация. На сервере 5x-рейты на все, а максимальный уровень персонажа 115. Моды, структуры плюс, увеличенные стаки, инкубатор и возможность прокачать скорость всем летунам. А самое главное, это кластерное объединение карт Iceland и Ragnarok. Все новички получают стартовый набор из инструментов и Птеранодона. А если вы приходите на сервер сразу трайбом, то вам будет выдан еще и один добывающий ресурсы динозавр. Внимание! На сервере действует акция. Всем, кто присоединится до 30 сентября этого года, будет дополнительный подарок. И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World, как видите, на Терезинозавре. Все, также на сервере Jurassic Park. Собственно, что же, о чем же я хочу сегодня с вами поговорить? Не, терезинозавры, они сами по себе очень даже прикольные. И вот эта вот, особенно вот эта вот атака, как теми, он так хоп-хоп перебирает, это очень даже прикольно, знаешь, как будто травку стрижет. А вот это вот повышение левела, это просто что-то с чем-то такой. А еще после этого такой. Блин, приколюшный. Так, давайте включим яркость побольше. Что же сегодня будем делать? Будем делать, во-первых, смотреть, где можно добыть грибы, потому что, как оказывается, не все знают. И вообще хочу сравнить, что лучше, анкила или терезинозавр? Что? Кто больше добывает и так далее. Конечно, терезинозавр теоретически должен больше добывать, потому что по факту, ну, все-таки он прокачивается на эту всю фигню, и поэтому он должен больше добывать. Вот, но дело тут такое себе. Такс, сейчас сразу же лишнее скинем в тебя, к примеру. Почему анкила? Потому что анкила, собственно, может точно так же добывать кристаллы, но добывать... О, кристалл, господи, грибы, но добывать с кристаллов. И это, конечно, тоже дает какой-никакой показатель. Так, подожди, что у меня тут аргентарий суется? Отличненько. Кстати, тут вообще у людей прям поветрие какое-то пошло. У Лич Кинга, он же армирейт, погорел компьютер. Он сейчас не может заходить играть. О, это что, конь что ли? Лошадка. О, топовая почти. Алекс не хочет играть в последнее время. Ну, такое себе. Не хочет. Что-то 18, а у меня какой левел. Не хочет сильно играть в последнее время. Поэтому тоже такое себе. А, у меня вообще 600. 600. Да. Ну, кстати, да, я там пару бутылей в него кинул и вкачал, как видели. Shadow Kills, он же GTR, пока что не сильно хочет играть. Даже не то, что хочет играть, у него не сильно есть возможности играть. Вот, кстати, вот этот загончик, это сюда так хоп, поставил Дина и ушел. Администратор пролетает и хоп, всех Дина удалила. Кстати, да, если хотите, можете сюда загонять своих динозавров, и которых нужно удалить. Да, это загончик именно для удаления. Вот, котяра что-то не развивается тоже, вроде как добавился, но что-то как-то не развивается. Серега, он же Ужик, тоже как-то тишина и спокойствие. Может, где-то играет еще, может, еще что. Ну, в общем, тоже какая-то тишина и спокойствие. Не знаю. Что это такое? Башка, наверное, аргентавис торчит. А, даже крыло аргентавис торчит. О, ну, много дверей, прикольно. Вот, что еще? Клирик, он же XE... Тоже как-то тишина затих. Егор вообще отсутствует уже фиг знает сколько. Пфф, вообще, короче, разбежались все.
Остался только я один. Ну и так, малоиграющие люди. Вот, ну, хотя я и сам не сильно много играю, но все равно, выходные дни будут, и я буду нормально играть. Что тут, 9? То есть он тоже пару дней уже не заходит, хотя он онлайн. Он онлайн. Так, ну-ка, сейчас поговорим, такой Дискорд. Ну, он онлайн, но он не в игре. Хорошо, ладно, окей. В общем, такие вот дела. Буду просить, чтобы Егора снесли. И динозавры, и постройки, потому что, ну, фиглив. Скоро постройки сами исчезнут, так что можно уже ускорить это дело. Вот, армирейд пускай стоит. Алекса попрошу вот эту вот свою времяночку убрать, пускай все переносит в эту постройку. Если бы я не спросил, то я спрашиваю, точнее, не сказал, то я говорю, вот, сноси, переноси, но чтобы построечек было поменьше. Что, кто еще? Ну, а все остальные по дефолту. Вот такие вот дела, ладно, погнали. У нас тут не про эта серия, как бы, так что погнали. Так, мне нужен Анкило. Давай сначала Анкило загоним. Будем проверять на одинаковых предметах. И будем проверять и того, и другого сразу же. Так. Дай пролезу. Эх. О, отлично. Полетели. Первое, это, конечно же, сразу же, то, что у меня тут растет прям около дома и никуда не деется, это цветы. Шелковые цветы. Собственно, их добывать может терезинозавр. Анкило, по идее, тоже может добывать. Кстати, вроде бы медведь. По факту, как я понял, кто волокно может добывать. На ходу дела, потому что медведь вроде бы тоже добывает, но тут дело такое себе. Так, секунду. Да, короче, пытался дождаться наступления утра, но дело такое. В общем, все равно так и так надо будет лететь далеко, так что посмотрим. Ну, в общем, и расцветает как раз к этому моменту. Как видите, хвостом он не добывает, и это логично, потому что он хвостом только рубит, но он может хавать именно на правую кнопку мыши, Анкило. Редкие цветы он добывает. Семена он тоже добывает. Она. Вот. Но, как вы видите, цветы вроде есть, семена вроде есть, но шанс выпадения грибов очень крайне маленький. Так. Вперед. Это, я понимаю, что это кто-то знает и так далее. Но я порой удивляюсь, когда люди не знают элементарно, чуть ли не что жрет мамонт. Грубо говоря, да, вот. Чтобы притомить мамонта, что он жрет. Или баптер. Так, давайте уже до конца рассветет. Ну, вот так уже получше стало. Вот. И, собственно, давайте попробуем уже им добыть. Так, на правую кнопку мыши, понятное дело, ничего. На C, он же у меня Ctrl, он пытается собрать, но он собирает только ягоды. Но стоит только нажать на правую кнопку мыши, начинает собирать волокно, шелк, семена, грибочки. Пожалуйста, то есть стоило собрать примерно пару кустиков плюс-минус таких же, как и там, и уже пошли грибы. То есть в плане сбора цветов грибов, это, конечно, дело такое. Дособрал уже всю полянку, чтобы не тратить время, и получили мы 260 грибов, 380 цветов, ну и семян, конечно, сраного туча. Кстати, вы жретесь хоть как-то? А вы жретесь. А вы что, не добавляете мне? Вообще ничего не, да? Слышь, а что отображение, что типа пополняешь? Что за говно? Ну, это подстава какая-то. В натуре. Так, с чего еще добывают? Как мы поняли, с цветов, шелковых цветов. Эх, поляночку бы эту еще собрать. Ну ладно, я еще успею побегать, насобираться. В общем, с цветов мы видим явного лидера. И это пока что
первое место. Посмотрим, что у нас тут дальше есть по списку. Кстати, да. Анкилка меня просто сейчас прикольнула. Насколько это офигенски. Встал на ресурсы. Он так подошел. Встал на ресурсы. Залез на Анкилу и добываем ресурсы. Офигеть. Насколько достает. Да уж, неплохо. Не, ну по металлу, конечно, Анкилу тут вообще никто не поэтому-то не посражается, так как Анкила все-таки топ по добыче металла. Хотя, знаете, Мантиса еще я бы еще потестил бы. А Альфа-Мантиса и уж и подавно. Так, ну, собственно, мы уже подлетаем к нужному нам месту. Блин, вот встал Анкилка, конечно, вперед и сбивает этот полет. Это меня, конечно, бесит. Подлетаем к месту, а именно к болотистым деревьям. Ух ты ж, ёпте, воищ налево. Да что такое, бляха-муха, влетел в воду. Не заметил. Так. К деревьям. С деревьев точно так же добывается грибы. И если уж на то пошло, то даже просто тупо добывая топором их, можно хоть что-то додобыть. Сраный компик, пошел жопу отсюда. К примеру. А че он так высоко сидит? А, нет, нормально сидит. Допустим, вот, добываем. И ничего не добыл, конечно, но шанс есть. Шанс есть, я уже добывал, я знаю, я на Айсланде добывал, когда я играл на Айсланде, на Офе, когда я играл, шанс есть добыть, это я знаю. Уж поверьте мне на слово. Доказать нечем, но поверьте мне на слово. Вот, поэтому как бы такие вот дела. О, Tiny Experience Potion, прикольно. Блин. Завалил 3 компика. Выбил 3 бутыля. What the fuck? Я бы знал, я этих компиков завалил такое количество, что просто кошмар. Нифига себе. Убил компиков, выбил 3 компика, завалил, 3 бутыля выбил с каждого. Ладно, фиг с ним. Добываем. Камень, дерево, солома. Не, ну шанс есть добыть грибы. Я вам говорю. Я добывал. Есть шанс добыть грибы. Это я точно могу сказать. Но, как видите, шанс... очень крайне маленький. Кто бы вам что ни говорил. Да, я хоть один добуду. Ладно. Чпэнкс. Аллилуйя! Я добыл гриб. Я вам доказал, что с этих деревьев танкилы можно добыть грибы. Черт побери. Собственно, у меня уже было, кстати, да. Бадас с анкилы, они плавают очень быстро. Вот, у меня было видео про... Ну, то есть я уже снимал про вот эту всю фигню, про добычу грибов. Это было тоже на Анунаки. Это 70-й, что ли, выпуск какой-то из... какой-то из еще двухзначных чисел выпуск был. Вот, и, собственно, как вы видите... Да, быть можно, это молозавр, что ли, бегаете, щущите, смотрите-ка, это божечки-то мой. Алозавр, фу, дрищ. В общем, добывается, это главное. Показал-доказал, кстати, а вот с этих деревьев интересно добывается. Ой, вообще, не, вообще все плохо, я не то нажал. Так, ну-ка, ся, выкуся. Так, С. А на какую кнопку добывается дерево-то? Чё-то не понял. Ну на ты же... Слышь? Ты же должен дерево добывать. Алло? Чё за фигня? Так, на С он грызёт. Ну-ка давай на С. Нет, он типа мясо должен добывать. Эй, да ладно! Ты же должен добывать дерево! У тебя по добыче дерева показатель ядрёный. Или это только когда ты мощно тебя вкачиваешь, тогда ты добываешь дерево. О, прикол. А, во, грибы. Дерево ты не добываешь, а вот грибы ты все равно добываешь, так как у меня мирный вкачанный. Ну, этот, такой, типа, прикольный. Но, как видите, уже
через одно дерево мне дает то, что нужно. И причем я его добываю, во-первых, быстрее, потому что я бегаю быстрее. Ну а во-вторых, один удар и дерево снес. То есть не надо ждать, пока анимация замаха хвоста как-то пройдет. Так что, опять-таки же, да, тиранозавр имеет огроменный плюс. Но анкилы тоже можно добыть. Так что если у вас анкилы, но тиранозавра нету, и по какой-то причине вы его не можете притомить, то да, вы можете также подавать. О, пошло дерево! А чё раньше не было? Это чё за фигня была? Алло? Это чё было за говно? Где дерево было раньше? Почему раньше не мог добыть? Вот ж в натуре, а. О, слушайте, тут-то как-то по массе я видимо было. Ёпа-мать. Нифига я дерево добыл. Да это круче бензопилы. Пошла что-то жара какая-то. Слушай, реально круче бензопилы пошло. Хо-хо, надо будет это, потестить, зайти в секвою и там подобывать. Блин. Ну, по крайней мере, на болоте, где много вот этих деревицев, очень басява добывает. Хо, интересно, в секвое. Бензопилой я там добываю по 5000 дерева, обычной бензопилой, на 3x рейте. Да уж. Надо потестить будет. Ну а сейчас, собственно, третье, что я знаю. О, а здесь ничего не выпало. Вот жадины. А, погоди. Ну? Эх, говно. Ну и ладно. Ну, я понадеялся, что еще один бутыль будет. Ну да ладно. В общем, третий ресурс, из которого я знаю, что добывается обязательно, это кристаллы. И кристаллы, конечно же, добываются анкилами. Но, может, это динозавр может добыть? Не знаю. А ты знаешь? Нет? Сейчас узнаем. Ну и самый легкий способ добыть кристаллы, это пролететь в зиму. Ну и, собственно, добывать именно здесь. Тиранозавр это травоядный. И не обладает какими-то такими большими, каким-то, как у анкилозавра, там, шипастым хвостом и так далее. Да, явно не так добывал. Поэтому вряд ли будет добывать кристаллы. Ну, потестить это нужно, тем более у него 3 разных атаки. И да, собственно, как я и говорил. Добывать, понятное дело, никак не будет. А вот анкилка, в свою очередь, вполне неплохо добывает, точнее, справляется с этой задачей. Кстати, да, до сих пор мои тут спальники лежат, они тут лежат на всякий случай. А вдруг я случайно сдохну в пещере? Да, нет, случаи-то разные бывают, так что о чем тут идет речь? Кто летит? Свой, чужой? Ну, в смысле, дикий или это, не дикий. Да. Надо было вовнутрь, наверное, залететь. Быстрее было бы. А вот анкил, в свою очередь, уже добывает кристаллы. И при всем при этом... О, поджарился. Зацепил-таки. Вот, и при всем при этом добывает еще дополнительно... Да добудь ты уже, вот, редкие грибы. Все добыл, кроме кристаллов, ядрить мандрис, в самую последнюю очередь добывал. Вот, поэтому как бы тут, конечно, дело такое. Лично я, не притомив тиранозавра, я добывал вот таким способом сотни кристаллов. Это просто какой-то был ад, если честно. Точнее, не кристаллов, а грибов. Да, у меня зато было большое количество кристаллов. Это неплохо. Мне это большое количество кристаллов очень помогло тем, что мне потом не пришлось добывать большое количество кристаллов по сравнению с тем, что мне нужно было. Да. Вот такие вот дела. Ну, как видите, анкил не с каждого куста, так сказать, собирает грибы. Кстати, да, вот эта вот нефть, это с моей нефтокачалки. Что-то, короче, как-то она нифига не добывала. Да. Дня 3 или 4 туда не заходил, вроде бы. А там нефти всего 500 было. Хотя иногда один день не позаходишь, а там нефти уже там 1005. Непонятно. Может, там кто мало летал в том районе. В общем, как вы понимаете, по крайней мере, я знаю, лишь 3 способа добычи грибов. Это цветы шелковистые,
это деревья на болоте, и это кристаллы. Если вы знаете еще какие-то способы, то, конечно, можете рассказать мне об этом в комментариях и сказать: «Нет, ты что-то неправильно делал, ай-яй-яй, ты неправильно добывал ресурсы». Но по факту я вам показал все, что я знаю в плане добычи. Вот так вот. Ха! Видали, как я могу? Бляха-муха. Ноги переломал, конечно, ну да ладно, так вот так вот. Вверх смотри, будь мужиком. Это такие вот дела. И меч достань. Да какая труба меч достань? Во, нормально, блин. Вот, ну, совсем-то вверх-то не смотри, чего что. Ух, какая эпичная картинка. Ну, да, и пофигу. В общем, народ, как вы видите, все очень даже легко, просто и наглядно. Как говорится, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Серия получилась такая маленькая, сумбурная, с одной стороны, а с другой стороны, я не хотел эту серию как-то смешивать с чем-то другим, а именно, раз уж рассказываю про грибы, то вот они вам, грибы. Все, на этом все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.